однажды еще говорил. С полными руками. Ох, далеко не уйдешь. И туда. И вот сюда. Так, и смотри, Жень, ну. Вот сюда. Я свои сделал. Смотрите. И вот сюда. А потом еще голову. Вот так. И еще головой под локоть себе. А руками. Тогда чувствуется спинка. Тому, кому не знаю. И плечи вверх. И начали петь. Да, это присудим. Можно одно поддержать. Освободили гортань и начали. На сопротивление. Вот. По очереди. Вперед, назад, вперед, назад. Да. Так, скажите, пожалуйста, не садясь, в двух словах, как вам было это делать? Что было, ну, хотя бы что-то важное? Важно только цель, вот основную цель. Самое такое было сложное. Это было сложно, самое сложное. Конечно, самое сложное. Формулировать смысловые какие-то вещи. Но это было полезно, как вы считаете? Да. И на самом деле, когда мы погружаемся в процесс, хорошо. Бывает полезно. Ага. Жень, как вы там? Спорный вопрос, честно говоря, я не совсем понимаю, для чего это нужно. А что вы делали? Так же, как и все. Ну вот как бы вы это назвали, что вы делали? Планы на будущее. Планы на будущее. Потому что, да. Это совсем бесполезно? Нет, почему? Бесполезно. Набросок. На план на будущее и четырех. Это связано все с будущим. Ну, в данном случае не было. Ну да. И в принципе в этом вообще. Ага, Юль. У меня был момент, ага переживание, когда я делала ниточку, связанную с тем, как это называется, что я хочу, но что не мое. Это хорошо было мне понять, что я действительно хочу, но что, от чего нужно отказаться, ну уже просто, уже окончательно. А для меня то, что мое, и то, что мечта, оказалось вроде на одной линии. Я объединила две веревочки. Ага, это бывает очень близко. Вот то, что я люблю. То, что каждый день люблю и могу, и как мечта. Упростил. Нет, у меня гармонии, конечно, нет, все по-разному. И общие цели. Ну, немножко сходится, немножко нет. Мне сложно все было. Сложно вообще было все. А что, в чем сложность? Сформулировать? Или я как-то никогда не приходила, никогда не задумывалась об этом. Сейчас меня заставили вот как-то... И как это вам формулировать? Ну, что какая-то пришла. А не знала, знаете. Ну, они, может быть, нам пригодятся, эти источники. Трудно было. Зеленые. Я делаю каждый день. Они такие обычные, и как-то говорить, что о них говорить, как это их так много. Встал, оделся, умылся, прочитал. Что-нибудь нашлось там? Да, в общем, да. Вещи. А так оно настолько привычно, и как и говорить. Ничего, нормально стоим, хорошо. Дирижеры, между прочим, самые долгожители дирижеры, потому что стоят, потому что их слушают. Очень легко то, что я люблю. Мне вспомнилась эта книжка «Эйс, молись, люби», что ли? Да. Про эти. Не все дирижеры. Я не смогла сосредоточиться, поэтому немножко. Немножко. Я очень отвлекаюсь, когда вот разговоры, там, гонка, что-то. Так же.
поверхности тоже. Ну, может быть, но я смотрю, что у меня все как бы более-менее по одному правильно. А, наверное, это правильно. То есть сначала у меня вот эта была веревочка из-за того, что она маленькая, привязала ту руку, но она мне мешала, что она идет. Я ее привязала. Ну, тоже, наверное, симптоматично. Ну, что я вложу. Вложу. С собой. Ага. Хорошо. Ну, значит, вы не забыли, чем мы сюда пришли? Точно? Нет, поговорить. Мы говорить про травматичную ситуацию. Там с утратами, со всеми. Да, и мы говорили, что мы моделируем. Да, все нормально, продолжаем работать. Мы можем тренинг общения с четырем мотивациям сейчас я готова. Или продолжаем про это.